День добрый, ребята, делишки-то как у вас? Это я, ваш любимый ведущий Жень Попов. Вы смотрите телеканал Лумина, в эфире передача «Принцип пизды». Передача, в которой я говорю о езде на волане и о том, как у меня мысли изо рта. Сегодня на улице голодрыга, так что извините, ребята, будем транслировать из внутренности. Ну что ж, прошло некоторое время с тех пор, как мы с вами беседовали, многое изменилось в Молдове. Будто недавно было лето, солнце, ППДИ, Гуверн Майя Санду, а теперь новое, бренд нью, Гуверн Кику. Такое колоритное, инклюзивное, там много разновидностей марсупия. Там даже есть одна женщина женского пола. Есть мужчина с бизарной ориентацией, целует другим мужикам в флаге. И даже маленький ребенок есть в одежде старика. Юстин Юстициевич зовут его. Что, спрашиваете вы меня? Правда ведь, что Кику был в гуверне Павла Филиппа? А неужели он был и на Шединцеку-Плохотню каждую неделю? Докладывал ему, а? Да был, как иначе. Кику, послушайте. Один из септемнесов встречал в Шединце ласедию партиду «Демократ», в которой министры, которые имели дипломовать проекты импортанты, винял să prezinte aceste proiecte pentru a obține suportul parlamentar începând cu fracțiunea democraților. Comunicare alta decât deci în cadrul acestor ședințe eu nu am avut cu domnul Tohăniu. Значит, был с Плохотнюком, а теперь Кику технократ? А кто в июне месяце власть узурпировал? Кто не хотел признавать новое правительство Майя Санду? Да он самый, Кику Кукареку. Вы Серегу посмотрите, послушайте, что он говорит. Мы сформировали правительство Юона Кику, дали им карт-бланш. И Юон Кику и первым... очень надеемся... Юон Кику тоже был тогда с нами 9-го. Тоже, просто, тоже кидал? Нет, он был тоже с нами тогда на митинге 9 июня. Но я думаю, что нужно яйца отдельно, куры отдельно. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Да, котлеты отдельно. Спасибо за поправку. Индюков не бросал, но на протесте побывал. Я понимаю, вы, конечно, Серегу хотите тримитировать куда подальше на мотоблоке, но тогда хотя бы поверьте нашему премьеру Кику. Он сам подтвердил, что делал и где находился 9 июня. Юан Фост президент ла Piața Mare Adunări Naționale, pentru că am fost informați ca membri guvernului să vină, să liniștească lumea, să spună că trebuie să păstrăm calmul. Am fost în Piața Mare Adunări Naționale. Imediat după ce s-a finalizat evenimentul Piața Mare Adunări Naționale, am dus la Ministerul Finanțelor, la locul de muncă. На работу он, значит, пошел обратно 9 июня. Кику! Ага, шо ж ты мздишь? На какую работу? Протест был 9 июня, 9 июня 2019 года. Это Думеника. По-русски переводится как «Воскресение Иисуса Христосу». Мать, на какую работу? А ну-ка ответьте мне, ребятки, сколько раз вы пошли в прием в гуверну Республики Молдова? Они там такие: ой, извините, никого нет диспонибел, все заняты, все работают. С понедельника по пятницу никак нельзя. Приходите в воскресенье. В воскресенье? В смысле, в Думенику? А что в Думенику? А в Думенику Кику! Самое забавное, что в июне месяце сам Игорь Дон просил правительство Филипп, в том числе Юа Кику, освободить должности, признать легитимное правительство Майи Санду. Я врял с атенционез, тоте институции де стат, со се конформе дечизилор легале, ale Parlamentului și ale Guvernului legitim.
Я вам мулцумец. Но как он мог услышать Додона, если Кику всю неделю, с понедельника по воскресенье, работает? А когда Кику работает, он себе на голову каски надевает и слушает свою любимую мантру. Ну что ж, дорогие ребята, под конец призываю вас вместе со мной стать единым фронтом борьбы против тех, кто называют этого правительства противоречивым, двуличным, фальшивым. Ведь это не так. Этот гуверн называется гуверн технократ. А технократ что значит? Которые крадут, но крадут красиво, технически. Желаю вам отличной недели в Континуаре. И не забывайте лайкать мое видео. Ведь это всегда наполняет мои штаны радостью. Целуюсь, ваш любимый Женя Попов. Счастливо! Я ваш, да!